Председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова вместе с исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Ларисой Андреевой и руководителем сторонников партии Надеждой Дмитриевой встретились с представителями организации «Дети войны». Партийцы закупили и передали им шерстяную пряжу. Общественники связали 70 пар носков для бойцов. Очередная партия теплых вещей уже отправлена в зону СВО.